Я, конечно, хотела бы пожелать стабильности. Стабильности на международной арене. И это, конечно, желание побеждать и умение побеждать. Вот я хочу, чтобы все это было у наших спортсменов, чтобы им всегда сопутствовала спортивная удача, здоровье, ну и, наверное, поддержка властей в том числе и в лице Министерства спорта и наших подведомственных учреждений. Поэтому вместе со спортсменами и тренерами я еще и поздравляю директоров наших подведомственных учреждений и всех спортивных функционеров, и в том числе Сергея Анатольевича Макарова, директора вновь созданного центра, благодаря которому состоялся сегодняшний праздник и который всегда с должным уважением относится ко всем, кто работает на физкультуре и спорте. Спасибо вам огромное.